Зустріч на нормандському саміті підтвердила дію мінських угод. Таку думку висловив голова політради опозиційної платформи «За життя» Віктор Медведчук, оцінюючи підсумок зустрічі глав чотирьох держав. За його словами, пункти комюніке, підписаного у Парижі, передбачають обмін полоненими у термін до 30 днів, імплементацію формули Штайнмайера у закон про особливий статус Донбасу та дія цього закону на постійній основі. Так заявив народний депутат. В чем фальсификация? Дело в том, что в разделе, в котором идет речь о том, что особый статус Донбасса как комплекс должен действовать на постоянной основе, нет упоминания закона. Почему? Потому что речь идет, когда мы говорим об особом статусе Донбасса, не только о законе об особом статусе и то, что сейчас пытается власть его продлить действие, но еще и без изменения в Конституцию. И поэтому сделано это было умышленно, сузить понятие особого статуса на Донбассе, предусмотренного Минскими соглашениями, до одного закона. Минские соглашения признаны основой, которые должны быть выполнены как в части безопасности, так и в части политической. Более того, согласно коммюнике, которое было подписано в Париже по результатам саммита, признано о том, что закон об особом статусе, как и в целом законодательство об особом статусе, должно действовать постоянно.